Начинай. Не хочу. По традиции. Ну я почему-то. Я Тай-хор. Понимаешь, я только недавно прочитал правильно. Я все время его читал Айр-хор. Вангуешь, он сразу не заедет, как и я, собственно говоря. Надо будет. По горбам. Можно ехать, короче. А ты на какой? На третьей? Похоже, покатались мы на сегодня. Что-то там не так уже. Нет, тут спускаться что-то мне очково. Поеду я в объезд. Что-то Лёшка проебал. А что он ищет? А что ты ищешь? Гайка со звёздочкой. Нихуя себе. Великая гайка, блядь, из мелкой раз больше. Надо с трактора что-нибудь скрутить. А ты точно с этой, с другой резьбой? Не с обычной? Правильно. Не, резьба-то стандартная, просто что мелкая. Ну, вращение стандартное. Это где-то, блядь, на 27, на 24 мучить, блядь. Ну, где-то... Под ключ, кстати. Ну, да, да. Где-то, да. Это чипайк у меня, блядь, это... Рулевая тяга, блядь, и что, блядь? А что, не уехал? Гайку проебал. Туды только вон, блядь, вообще пиздец. Ну да. И все. Почти. Я что, не втягиваете, что? Нет. Таланта не хватает. Нет, ты без у тебя тяжкий. Ну, видишь, легче, если уехал. Блядь. Дайте кулачок, блядь, подъебали тут вот. Как она открутилась этих кулач, а? Не за топор на бой. Ебал ты за момент. Что больше надо? Да, гайка. Это, наверное, на 24. И с более мелкой резьбой. А может у тебя вообще какая-то японская это? 26,5. Это, блядь. Ну, там вообще мелкая, блядь. Так, у трактора таких нема. Вот и моя мелкая, вот. Так что. Где да. Тут у вас токарь?
гайка слишком крупная. А вот это. Там еще дырка большая, блядь, там. Ну. Вот это кстати. Накрутится. Нет. Сейчас нажму, закусывает. Я понимаю. Ну так какая разница, французы, китайцы же боят. Да так можно наживи, как в это не свалилось хоть. Так понимаешь, просто зажимаешь. Ну видишь, это ты его загинаешь, вояк у меня. Не, но это здесь. Тут-то не было. Французы не додумались. Но их только любовью. Где француз? Я же француз говорю, но это про любовь. Еще? Зашибись, закрутил. Я сфоткаю на мотодом, отправлю, может у них такая. Они продают для гайки. Ну для мотоциклов может есть такие гайки. Виндровки одна. Один. Двухтактник, 300 лошадей этих, бля, объем. А лошадей сколько? Под 60, наверное. Закатай скорость какая, они у них не шипы. Ну 120 по асфальту, ну некомфортно, а тут его вот по таким горам, по лесу носиться. Некий проезжает, тут прозравые гады тут скакали, во, блядь. Да? Могарело, это ваше, не ваше? Нет. Это других, леп, не, это этих. 80 едем, и она сядет сзаду, расщупая за боки. До, блядь, до, ура, блядь. Она не едет на трассу, она, блядь, на бетонку не едет. Войсит, блядь. Сядет шпион, блядь. Хватало на день, теперь его проста скачать надо, блядь. Коза клеить, не? Это ж неохота. Это ж бортировать надо, блядь. Оно что, в говне? А помыть не машем, блядь, ни тёлкеров, ни хуя нема, блядь. Некий шланг на трубу одели, что ж там, блядь, давления нема, ни хуя. У сервис внать мыть, что ли, блядь? Что-то происходит. Молодец. Тут все просто, просто надо на зацепе, как ты сейчас. Заехал аккуратно и поехал. Здесь прыгаешь, а просто вверху ты, ну, как бы, должен наперед и подтравливать, чтобы колесо как крутилось. Что я не умею делать. Что ты не умеешь делать? Топчик. Это можешь попробовать тогда. И напоследок вот это вот есть там. Ну я там один раз. А что раскрутилось? А? Что раскрутилось? Твою мать! Нажал на тормоза, блядь. Блядь, Лёха. Ты в рот. Лёха. Ёб твою мать. Газ давать надо. Газ. Газ. Куда, блядь? Она начала захлёбываться, правильно?
Ура, заехал! Попробуй один раз эту. Да я сейчас еще эту. Надо больше выпрыгивать, чтобы наверху и на заднем, чтобы выпрыгивать. Чик. Тогда ты не зависнешь. Это я вспоминаю, как у меня происходит в голове. Что, блядь, это было? Ну ты красавчик, так взял, развернул, побежал вниз, думаю, что? Уже заебался, да? Ну, поехали тогда домой. Так, это нам туда, налево, направо, налево.